Этот год для Дагестана был непростым, а для духовной жизни республики выдался необычайно насыщенным и стал богатым на события, несмотря на то, что пандемия неизгладимо повлияла на все вокруг. Невзирая на массу трудностей, открывались мечети и медресе, издавались новые книги, проводились образовательные конкурсы и расширялась благотворительная деятельность. Обо всем по порядку расскажет Хамза Нурмагомедов. Одно из самых значимых событий, которое состоялось в этом году, это официальная передача полного пакета земельных документов на Республиканский духовный центр мэра Махачкалы, муфтию Дагестана. Грандиозное строительство, которое развернулось между Махачкалой и Каспийском, набирает обороты. В духовном центре имени пророка Иса, мир ему, и прилегающей к нему аллее героев-медиков высажено более 1000 деревьев. Проложен асфальт и тротуарная плитка, установлены качели и скамейки. Помимо этого, провели огромную работу по налаживанию инфраструктуры. Были построены подземные пешеходные переходы со стороны новой и старой Каспийской трассы, безопасно соединившие всю округу с духовным центром. Строительство постилы новый глава республики Сергей Меликов, который пообещал содействовать в озеленении и благоустройстве территории. Фонд «Инсан» во время пандемии установил новый рекорд в плане благотворительности. В этом году для помощи людям было направлено более 150 миллионов рублей. Это помощь больным и обездоленным. В период пандемии, когда в Дагестане был объявлен карантин и многие люди сидели дома без работы, заканчивались материальные средства даже на питание, а герои-врачи оставались порой без необходимых лекарств и средств защиты, благотворительный фонд «Инсан», привлекая неравнодушных состоятельных людей, организовал крупные акции по всему Дагестану. Список добрых дел большой. Это и продуктовая помощь неимущим населению и массовая поставка лекарств, кислородных аппаратов и средств защиты больницам, которые остро нуждались и взывали о помощи в самый тяжелый период. Аппарат Боброва называется, мы остро нуждались. Сколько людей вы спасли? Даже вот здесь один аппарат. Сколько людей это спасет? Вот этот, вроде небольшой аппарат, вроде недорогой аппарат. Сколько людей это спасет? Вы протянули руку помощи нашим больным в самое необходимое время. Хотим выразить огромную баркала лично муфтию Ахмад Хаджи Афанди за то, что не забывает нас. Все прекрасно помнят период, когда официальная статистика о количестве людей, больных коронавирусной инфекцией и о смертности от нее в Дагестане, мягко говоря, разнились с реальными данными, озвучиваемыми в разных источниках. В этот тяжелый период на прямой линии с Владимиром Путиным именно муфтий Дагестана конкретно обозначил существующие в регионе проблемы и призвал оказать необходимую дополнительную федеральную помощь. Можно сказать, что люди самые виноваты в таком огромном количестве зараженных. Да, не все серьезно отнеслись сразу. Где-то не поверили до конца. Кто-то думал, что пронесет. Но я думаю, вы согласны с тем, что халатность людей не повод бросать их в такой катастрофе. После этого обращения президент страны направил большие материальные и физические ресурсы для преодоления последствий пандемии в Дагестане, что помогло скорее преодолеть возникшую кризисную ситуацию. Несмотря на необычные обстоятельства, большое внимание в этом году духовенством было уделено образованию. Впервые на Северном Кавказе в здании муфтията на базе Дагестанского исламского университета имени Мухаммада Арифа состоялось знаковое событие – защита докторской диссертации по исламским наукам. Это поистине знаменательный факт, ведь теперь исламские ученые из Дагестана, не выезжая за пределы республики, обрели площадку, чтобы официально получать докторские степени в исламских науках. До сих пор у нас здесь функционировала степень магистратуры, аспирантуры. Сейчас уже мы вышли уже на докторантуру. Этому как бы все свои усилия приложил наш муфтий. Помимо этого, духовенством были изданы десятки книг. Среди них 100 канонических ответов на повседневные вопросы в жизни мусульман, а также труды, посвященные судьбе и наследию великих ученых ислама из Дагестана – Мухаммада Яракского и Сайфулла Кади Башларова. Также были изданы и другие книжные проекты, направленные на сохранение исторической памяти, призванные облагораживать нравы и призывать людей к добру и единству. Чтобы человек мог защитить себя, своих окружающих, детей, семью от искаженной информации о нашей мусульманской религии, необходимо иметь правильное представление о религии. И, соответственно, данные труды дают нам как раз самые необходимые знания о постулатах, об основных
моментах вероучения мусульманской религии, как правильно уверовать во Всевышнего Аллаха, в пророков, ангелов, в судный день, предопределение судьбы и так далее. Правильная вера мусульманина является одним из важнейших факторов спасения человека на этом и на том свете, иншаллах. Уходящий год был объявлен муфтиатом «Годом семьи». Для укрепления семейных ценностей был проведен ряд крупных мероприятий с привлечением психологов и ученых-богословов. Состоялись крупные мероприятия по укреплению межрелигиозных и межнациональных отношений. В частности, прошел традиционный, уже 7-й по счету, международный межрелигиозный форум и пилотный в этом году Северокавказский межрелигиозный форум. Также состоялся конкурс «Золотые правила нравственности», который охватил более 2000 учащихся среднеобразовательных учреждений. Те вещи, те, значит, направления, ту основу, которая содержит вот золотые правила нравственности, и этот конкурс, это нужен любому субъекту Российской Федерации. Помимо этого, духовенство региона инициировало создание множества общественных пространств, скверов и парковых зон. Прошло долгожданное открытие сквера шахидов на улице Абдухамида Юсупова и сквера памяти муфтиев Саид Мухаммада Абубакарова и Ахмада Кадырова. Я благодарен и муфтиату республики, лично Ахмад Хаджи Афанди. Я благодарен тем ребятам, которые приходили, отставили проекты, тем меценатам, спонсорам, которые вложили деньги и усилия в это мероприятие. Муфтия также провел ряд масштабных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Это и кубки муфтията по футболу и волейболу, массовые утренние зарядки со спортсменами и молодежью, духовно-просветительские лекции в секциях по различным видам спорта, а также крупные скачки в новом махачкалинском ипподроме в районе Северного поста. Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, муфтия Дагестана, соблюдая необходимые рекомендации Роспотребнадзора, продолжал активно заниматься работой, направленной на укрепление мира, согласия духовно-нравственного развития дагестанского общества, чтобы люди не теряли надежду даже в самые сложные времена. Хамза Нурмагомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ. Итоги года.